Хейо, гей, с вами Шмяки, и это у нас игра под названием «Вообще ужасные истории». Я не знаю, насколько серия она выйдет, она, по идее, довольно короткая, потому что она весит очень мало. Это кликер, хоррор, просто кликаем, да, как квест-хоррор. А, и у меня наушники вообще на все включены, скорее всего, в некоторых записях игры, да, от того же Вольфенштейна, вы, наверное, слышите игры, поэтому у меня, типа, в окно наушники, они довольно сильно отдают звук. Ладно, давайте... Начнем игру, нажмем New. Strange First представляет Game Over Production. Реальная ужасная история. История рассказывается в темном лесу. Мэнни живет, Хэв должен... Последний герой. Enter. Короче, в какой-то мы страшный лес входим. Хорошо, мы подпалили свечу. Ага, кукла кровавая. Так, какая-то бабуля. Короче, здесь херня в том, что мы делаем одни и те же действия. Так. Ага. Звук почему-то сломанной машины. Какая-то фотка. Нет, такая. Это просто она играет на звуках, так как у меня просто наушники, они громкие, и мне я боюсь играть именно с большим, неважно какие. Ну я что-то был готов к такому, что-то не страшно. Окей. Детский смешок. Бабуль, не боись, это мне страшно, они тебе должны быть. Так, другой звук. Мне слабенькое сердечко. Мне почему-то кажется, что бабулька может на меня выскочить это. Нормально. Ага. Окей. Так, pregnant woman found bitches killed and low. Короче, какую-то беременную женщину жестоко убили. Сара М. Ну, здесь, блин, много текста, я бы это мог прочесть, но... Нужен переводчик. Найс. Это типа... А, я понял. Собери из утраченных кусочков что-либо. Ну давайте, типа, ок. А, ну сама прицепляется. Тогда мне еще лучше. Это не так уж просто на самом деле. Так, давайте разложу там, где есть в картинке. Наверх. Там, где текст. А, нет, давайте. Серьезно. Ладно. Он вышел. Просто вышел. Типа текст теперь новый. Нет, нормально. Ай, боже мой. Чё за бред?
Почему ты вышел? И мне заново теперь это собирать. Так, смотрите, картинки. Угу. Так. Сожжен. Типа сожженный кусочек. Так, хорошо. Что-то похожее где-то... Где-то тут. The Thunder. Чёртова газета. Так, кто-то пропал. Child, скорее, дети пропадают. В локальный форест, в данном лесу, или в местном лесу, дед в огне. Нормально. Click to save. Это, типа, знаете, мини-история, как я понимаю, такая она, это так и есть, как мини-история. Пускай идет, мы будем смотреть. Нам просто показывают лес. Угу. Одна могила. Звук справа, звук слева. Там какие-то глаза. Или это мое воображение? Тут больше ничего не кликается. Давайте я, может, ускоритель включу сейчас. О, тихо. Так, ну это череп, походу, умершего этого. Блин, просто я не знаю, сколько... Вы сейчас по звукам слышите, сколько я нажимаю. А-а-а. Так. Не страшно. Давай, сейчас рука на меня налетит. Или отсюда такой... выскочит что-то. Ебало стрёмное. Мальчик более-менее, вот. Девка стрёмная, девка стрёмная. А типа убийца, да, который их убивал? Ух ты же. Паучки. Знаете, как... Новые вот эти мемасы, когда тебе на лицо что-то какая-то херня прыгает. Оккультный. Оккультная девятка. О, паук полез. Давайте посмотрим, что будет. Ну, говорю, сейчас должен на лицо... Либо по экрану поползти, вот по-любому. Либо по экрану сейчас поползет, либо на лицо прыгнет. Я даже, может, немного погромче сделаю. Чтоб я вообще, блядь, обосрался, нахуй. Чтоб я в туалет, блин. Ну, это не страшно. Чтоб я в туалет, блин, со свечками ходил. О, ты ж, ладно, это было неожиданно. Это было неожиданно, но не... Так, five demons. Пять демонов. Dunked around in the circle. Танцует.
в Куркле. В... Не знаю, что это. Но что я понял, это типа опять демонов танцуют. Короче, я понял. Не, не понял. Все, я понял. Окей. Нам открывается какая-то пещера. Давай, давай. Ну, выскочи что-нибудь, давай. Я просто в ожидании такого чего-то. Блин, стандарт какой-то. Хер знает игры. Кликто сейвит. Типа, мы погружаемся в какую-то пещеру. Да-да, страшно. И сейчас, знаете, второй скример сразу, как тогда. А нет. Да-да. А звук отсюда сюда перелетел? Ага. Ну а что, перед лицом выскочи. Или пробегись перед лицом. Да-да-да, я знал, я знал, я знал. И сейчас, по идее, должен быть скримак в лицо. Знаете, это скример, который в основном показывает, что женщина такая, она очень сильно орет. Вот такого скримака, мне кажется, не хватает здесь еще. Ага. Ну, это крыса. Подожди, мне нужно, допустим, раз. Подожди. Если мы рисуем звезду отсюда, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
Либо мы так рисуем. Тогда раз. А, подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. Ну, я понимаю, что мне нужно, типа, в виде этого сделать. Раз, два, три. Три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, три, четыре, пять. Я не врубаюсь. Как там звезда рисуется? Типа, три здесь, три здесь. Одна лишняя. Ну тогда, бля, хер на это. Может, мне нужно поджигать по высоте? Это точно маленькая, это маленькая, это меньше. Я думаю, что тут подсказок нету. Фиг поймешь. Блин, народ, я не знаю. Ты понимаешь, что в виде нужно знака нарисовать, скорее всего? Это не пяти звезд, а шесть звездные. Блин, тут лишнее это. Раз, два, три. Может поколи... А, не стоит. Но это слишком, мне, по-моему, будет такое.
Thank you.